Да, я с тобой согласна, что для моего возраста Привет, привет, нормально. У нас Белла. здесь 3 года. Как Привет, дела? Это привет. Али. А, нормально, Али, у тебя как? Нормально. Я никак не могу с тобой связаться, к сожалению. Почему? Почему-то меня называют твоим сыном. Я не могу понять. А это вот Камра, Самир, это такой, извиняюсь за выражение, такой конченый чувак, вот который называет. Ладно, суть не в этом, суть не в этом. Белажан, хочу задать всем твоим зрителям один вопрос, один простой вопрос. Я сейчас к Валере за это Петресянова в эфир, там буду общаться. Пусть один азербайджанец ответит на мой вопрос. Если Азербайджанская республика называет всех погибших на территории Нагорного Карабаха, которые погибли солдаты с шахидами, чтобы вы понимали, если бы не было Корана, книги Корана, ислама, то есть не было бы такого понятия шахид. Если есть книга Коран, то есть про шахидов написано Коран, то есть шахиды те люди, которые умирают за Всевышний Аллах и за ислам. Так вопрос, ради чего погибли азербайджанцы на территории Нагорного Карабаха? Пусть просто ответит на вопрос. Их можно назвать, значит, героями, национальными героями Азербайджана или же шахидами. Пусть просто ответит на мой этот Но вопрос не шахиды. простой. Нет, вот судя по тому, как ты рассказал, то их шахидами никак нельзя назвать. Их можно назвать только там национальными героями или там, Да, которые национальный герой, погибли на окей, войне. хорошо, можно, то есть, ну, нету такого понятия, то, что солдаты погибли, значит, за территорию Азербайджана, и их называют шахидами. Что такое шахид? Просто пусть один человек поднимется и ответит на мой вопрос. Буквально даю 2 минуты, я выхожу. Вот 2 минуты. Пусть любой человек поднимется и скажет, что такое шахид. Али, ну, судя по твоему рассказу, я уже так поняла, что шахид — это тот человек, который воевал за во имя веры и погиб, правильно? Да? За ислам, за исламскую религию и за Аллах, за Всевышний Аллах. То есть в Коране так написано. То есть, Во имя если бы не Аллаха. было Корана, не было бы понятия шахида. То есть есть Коран, есть понятие шахид. Но в Коране же написано, на какое понятие. Вот Дагестан поднял, 20-20. Поехали. Давай я тебе отвечу. Ты Да, подлый давай человек. ответь. Аль-Гаара Аллах хочет. Сура 154, который с Мне Корана скажи написан. шахады. Свой шахады Что ты скажи. говоришь? Ты мне от Корана говоришь. Скажи сперва шахады. Ты мусульман или от Корана говоришь? Скажи, скажи. Шахат что такое? Что Я ты, не если шахады не знаешь, ты Бегаре Суры говоришь мне. Коран скажи сколько правильно, сур? скажи на Коран сколько азербайджанском сур? намаз Я можно? тебе вопрос задаю, Ашхаду ан ла умный. илаха илля Аллах, Нет. ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, ашхаду анна амина аль-муминин алия далилуллах. Да, Слушай. доказал тебе на Карабахе, арабском слушай, языке, слушай. доказал тебе. Слушай, Карабахе. Да. Мечтах Аллаха держали свиней коров. Есть много Ачи, свидетелей, те видео, люди, а записи. Кыпчак пошел Минутка, на они 1101 защищали. годы. Минутка, они сражались с Скажи кафиром. Есть мне, вопрос? Есть послушай, вопрос, послушай, те другой люди, вопрос. которые воевали Я на тебе Горном вопрос Карабахе, задаю. они Есть у тебя кто? Они вопрос? кто? Они Они кто? Они сражались. кто? Ответь Кто, на вопрос. Ответь на вопрос. минутку. Кто уничтожает дом Аллаха? Кто они? По Корану. Кто Я тебе уничтожал вопрос дом задаю. Аллаха? Кто Да, уничтожал дом там они Аллаха? мечеть уничтожали. Свиней коров, есть видео. 10 видео есть такое. Весь мир снимал. Кто они? Не Хорошо, кафиры? хорошо. Не Вот мушрики, не смотри, вот мунафики? смотри. Хорошо, На что хорошо, смотри? послушай. Я На тебя что понял, я тебя смотри? понял. Есть факты, я тебе Ты по имеешь в фактам виду, что говорю. там Я свиней тебе не по варили? фактам Нет, говорю. Ты подожди. подонок, ты подонок, ты сукин сын, ты Ага. подонок. Твое место в армии, Маме сука, приготовь, бля. да? Ты Удаляй, удаляй, сука, бля, Белла, ты удаляй. сука, ты Удаляй, не ответил. колдун, Человек не сука. ответил на вопрос. Вот зачем Белла. копаться, оскорблять человека, потому что... А.
Пусть один человек поднимется и скажет, что те люди, которые воевали на Горном Карабахе, называются шахидами. Пусть один человек поднимется и скажет. Из Курана я возьму 154-й сурья, оттуда до 159-й сурья я докажу, что эти люди не шахиды. Их можно назвать героями Азербайджана, так как есть Конституция Азербайджана. Но Конституция Азербайджана это не как Коран. Коран создался в 7 веке, Азербайджанская республика создана в 1918 году, то есть в 20 веке. То есть идите вы нахуй, поняли, ребята? Все, я выхожу. Алиджан, не матерись, не матерись.